Житель Самары Валерий Евдокимов проходил срочную службу в воздушно-десантных войсках, а потом подписал контракт и отправился служить в спецназ ГРУ сначала в Тольятти, а затем в Самару. Через полтора года усиленной подготовки в феврале 2022 года Валерий отправился в зону специальной военной операции. Когда зашли, первые сутки вообще было непонятно, потому что мы очень как бы интенсивно и быстро продвинулись туда, вглубь страны. Как бы сопротивление мы не встретили. А когда первый очаг сопротивления встретили в городе Конотоп, тогда уже не было времени думать, страшно или нет. Когда уже там сталкиваешься, вспоминается все, что тебе говорили, к чему тебя готовили. То есть какие-то навыки ты сам приобретаешь. Валерий Евдокимов находился в зоне боевых действий почти весь 2022 год. Вернулся домой из-за проблем со здоровьем. Рассказывает, со службы привез не только жизненный опыт, но и новые дружеские связи. Пролетал самолет, выслушанный над нами. И как бы командир с юмором относился к тому, что мы начали окопы копать. Ну как бы разведка же, не положено. А когда самолет пролетел, и у нас боец вылетел из машины с криком «Где моя лопата?», начал искать свою каску, и за полчаса буквально он вырыл окоп в полный рост, находящийся возле дерева, то есть он даже не заметил, что там были корни. В полный рост, как бы, ну, я не знаю, убежище вырыл. Пока Валерий Евдокимов находился в зоне СВО, дома его ждали любимая жена Анастасия и сын Миша. Когда он мне написал смс-ку, то, что он едет домой, я как раз была на работе, и у меня, наверное, весь персонал этот момент помнит, потому что я так стояла с телефоном, и он мне пишет, что все, там, допустим, там завтра или послезавтра я уже точно вернусь домой. Я вот как стояла, я так упала с этим телефоном, и все. Ну, там, соответственно, эмоции, я начала плакать, и там и смех, и слезы, все в одно время. И все. Потом уже, когда поехали на вокзал встречать, тут самое обидное, то, что никто не снял на телефон, как я бежала по перрону. А он не знал, куда кинуть сумки. Сейчас Валерий работает на металлургическом заводе, где занимается производством автомобильных деталей. Полина Чулюкова, Августина Охременко, Николай Сидоров. События.